Мы сделали еще акцент на эпиграфическом материале. То есть, если пролистать страницы этого тома, мы увидим, что богатый массив эпиграфических памятников. Мы можем узнать через эпиграфические памятники о мировоззрении людей того времени. Мы также узнаем, допустим, надписи на некоторых культовых объектах, на мечетях. Учитывая то, что прямых источников было немного, приходилось кропотливо работать в архивах, и не только в наших архивах, крымских архивах, но приходилось изучать побочные материалы, выезжать на места, разговаривать с людьми, со стариками, с местными жителями. И вот так по крупичке собирался материал. То, что еще не утрачено, да, еще можно сохранить. То есть это в ценности работы заключается в том, что для резкомитета, к примеру, да, тоже будет в какой-то степени основанием для того, чтобы эти объекты, которые еще малоизвестны, да, как сегодня было сказано, будет основанием, как научным основанием для сохранения и для включения в реестр памятников.